Всем привет-привет! Вы на канале Саша и Вера, деревня в Чувашии. Сегодня у нас будет распаковочка. Посмотрим, что же мы будем сегодня распаковывать. Ваня, приступай к распаковочке. Заходи. Да, я боюсь. Дверь закрыла. Первый житель в этом году. Выходи. Выходи, познакомимся. Смотрите, какой прекрасненький, полосатенький. Маленький засранец. Он боится. Не бойся, сейчас твоих друзей выпустим. Второй пошел. Дальше. Не бойтесь. Вы дома теперь. Нет. Смотри, уже торчит из мешка. Смотри, шмот это. Ну, я пытаюсь схватиться. Не получается. Хочу вот срезать. Какие шустренькие. Иди своим давай. Боится, не знает, куда ему бежать, что делать. Походу изгородь надо повышать, Ваня. Они еще в шоке с дороги. Их там перетрясло в прицепе-то. Тяжеловато вам было? Это венгерская мангалица. Помесь с диким кабаном. Мясо, говорят, вкусное. И сало отменное. Как горох во все стороны. Все. Всех выгрузили. 6 штучек. Смотри, какие шустрые, да? Шустрее. Так, тележки вывози аккуратно, пока они... Все вместе собрались. Все, молодежь. Молодежь в сборе. Сгрудились кучкой могучей. Кучка могучая. Не бойтесь. Скоро мы вас покормим, попоим. И все, будете здесь жить. Насыпали дробленочки. Уже употребляют. Пока все в кучке боятся. Травку поели. Дай-ка вам пройду чуть-чуть. Отсюда не видно их пока. Еще не осмелели настолько, чтобы уже бегать по всей территории. Но едят, слава богу. Сейчас поедем комбикорма возьмем специального свиного. И будут они у нас расти. Распаковка номер 2. Получили 2 таких огромных ящика. Сейчас будем вскрывать вместе с вами. Догадайтесь, что там лежит? Кто угадает, тот молодец. Как думаете, что это может быть? На почте подумали, что там инкубаторы. Но это не инкубаторы. Это клетки! О,
сейчас достанем из коробочки и посмотрим. Клеточку установили на место, где она будет пока стоять. Теперь расскажу про саму клеточку. Клеточка с яйцесборником. Здесь будут собираться яйца. С кормушкой. Отличная кормушечка. С поилками ниппельными. Даже посудка прилагается для воды. Ножницы в подарок для перепелиных яиц. И еще немножко упаковки. Все понравилось, все отлично. Поддончики для мусора. Сейчас соберем вторую клеточку, а пока поместим сюда новых жильцов. Так, я их сложила, приготовила. Боюсь, улетят. Сейчас быстро будем их сажать на место. Ой, подождите, что-нибудь приспособлю. Так, стульчик возьму. Жильцов осторожно, чтобы не улетели. Ну, еще те летчики, космонавты. Пока в шоке птички. Место новое, необжитое. Клеточки на 50 перепелок. У нас уже взрослые перепелочки, их около 20 штук. Вот, закрываем, вешаем кормушечку. Все, насыпаем корм, подключаем воду, и новое место жительства для перепелок готово. Загружаем вторую клеточку. Здесь перепелочки поменьше. Опа! Уронила. Прости, дорогой. Все, последнее. Все. Все перепелочки переехали. Кормушечку устанавливаем. Насыпаем корм. Девочки, мальчики, приступаем. Осталось подключить воду. Установили воду. Поилки готовы к употреблению. Птенцы счастливые, перепелятки довольные, водичку пьют. А мы как рады. Хрюшки освоились на новом месте, половину сена сожрали, водой научились пользоваться. Ну, комбикорм и дробленку поедают, но не так активно, как предыдущие свиньи. Сегодня угостила их тыковкой, ничего, кушают, но по-прежнему еще шугаются, прячутся в уголок, когда мы к ним подходим.
вам показали немножко своей радости. Две распаковочки. На этом заканчиваем свое видео. Всем пока-пока. Пишите комментарии, ставьте лайки. До свидания.